Вы продаете клубников? Нет, просто показываю. Красивое. Неплохой котик, надо брать. Кто пишет, да еще и цена невысокая, однозначно. Коты были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе, потому что все наоборот. Его котейшество Далай Лапки первый. Зацените, у него там еще хомяк на руках сидит. На лапках. На руках, блин. Что я делаю первым делом, когда прихожу домой? Причем неважно, чей это дом, Жиза. Самурай, ты почему такой грустный? Самурай. Рыбов показали, но не продали. Когда кот выбрал не тебя. Блин, почему не меня? Кошка. А хочешь, я съем сразу всю еду и наблюю где-нибудь? Я подожди. Кошка, а все уже? У каждого есть такой друг, который испортит ваше серьезное фото. Не вижу на фото такого друга. Оба шикарны. Они эволюционируют. Сначала кот сидел как человек, а потом потянулся как человек. Кто пишет, сразу сделать потягушки захотелось. Ну, делайте потягушки, друзья, а я пока с вами поздороваюсь. Всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка приколов с котиками. Поехали! Сегодня не срёшь. Кто пишет, нет, просто у кое-какого кота будет весьма дерьмовый день. Я бы не рискнул оголять тылы там, где их могут расцарапать или укусить. Ты чё, дурачок, какие тылы оголять? Если ты видишь такую картину, скорее спасай котика. Хотя похоже, что ему норм. Виды хоба в природе. Просто хоба. Хоба в полосочку. Дабл хоба. Пухленький хоба. Милахи, да. Благоприятная рабочая атмосфера в офисе – это вот так. Ну, в смысле, когда есть в офисе котик, правильно я понимаю? Кто пишет «кот-офис»? Получается, лучше офис дома, там, где два котика. Маленькие комочки злости. Кто пишет «комочки непредвиденных кусей»? Почему непредвиденных? Вполне себе предвиденных. В любой момент можно ожидать от них кусь. Они эволюционируют. Подожди, он там еще и мультики смотрит на планшете, что ли? И еду, небось, себе в микроволновке греет. И пока греет еду, стоит рядом, пьет коктейль и смотрит на планшете мультики. Ну почему человек должен в течение жизни создать семью, построить карьеру, преуспеть в разных хобби и постоянно развиваться? А тем временем от котов требуется только откушать красивую толстую попочку. Ты задаешь слишком много вопросов, двуногий. Когда утром очень хотел кушать, а тебя никто не покормил. Ругается на котячем. Срочно, дай мне войти. Нет, ты не понимаешь. Я должен смотреть, как ты какаешь. Основано на реальных событиях. Мясо ягненка, Наташа. Ты же знаешь, что я ем только крольчатину. Так, ща посмотрю, когда надо будет сдавать курсовую. Угу, вчера. Чертов кот решил закосплеить Эмбер Хёрд, и если вы гадаете, что же он мог натворить, то даю подсказку, это нифига не попытка отсудить у меня 7 миллионов долларов. Кто пишет, мой кот косплеил Эмбер Хёрд еще до того, как это стало мейнстримом. Весна, лапки распустились. Сань, пойдем прогуляемся, все выходные дома сидишь, спишь и жрешь, жрешь и спишь. Задолбал, Сань, выходи. Нет. Это я пытаюсь влезть в свои летние шмотки. Ну, в принципе, носить можно. И на этих словах у тебя отлетает пуговица на поясе. Пум! Ну зачем ты угнетаешь мой народ, Наташ? Какая же офигенная ветка, а? Идеально шершавая. От души душевно в душу просто. Чесался бы об нее все 9 жизней. Восхитительно. Когда мне не уделяют достаточно внимания. Я уставший, не целованный и не глаженный. Если это сейчас же не исправить, то буду еще и обиженный. Больше никаких 5 минуток, просыпайся, тебя ждут дела и обязанности. Я обязан только жителям пододеяльного королевства. Они ждут меня, я должен вернуться. Чем ты любишь заниматься в свободное время? У меня его практически нет, я постоянно работаю. Ничего себе, наверное, у тебя много денег. Зачем ты довел меня до слез? Привет, шикарно выглядишь, не желаешь познакомиться?
Прости, но я ищу состоятельного партнера. Я состою на учете у психиатра. У родителей в селе живут три кота. Двое очень домашние, лентяи, постоянно сидят дома и требуют рыбу. Третий дома появляется раз в день. Поспит, поест и дальше где-то гуляет, но при этом он самый толстый. Мы думали, что он мышей в сарае ловит, но нет. Оказывается, что соседи справа уже много лет считают его своим котом. Спутать с другим нельзя, так как он один бесхвостый. И всегда кормят, когда он приходит. А к соседям слева он тоже заходит, ест вместе с их котом. Все уже привыкли, все довольны. Неплохо кот устроился. Человек, нам надо серьезно поговорить. Почему ты постоянно находишься в моем доме? У тебя что, нет своего? Какое имя у вашего чудесного котика? Он любит, когда его называют Николай Петрович. А как-то по-другому не могли назвать? А по-другому он не отзывается. Сколько будет стоить одна ночь в вашем отеле? 6 рыбов. Очень дорого получается. У меня с собой есть только один дохлый мух. Может, договоримся? Это он. Каждое утро я говорю ей, как сильно люблю ее. И что как приду домой, так вечером и заобнимаю. Каждый вечер она приходит и ждет обнимашек. Наташа, ты что, опять упала в воду? Не волнуйся, я сейчас что-нибудь придумаю. Попробую позвать кого-нибудь на помощь. Помогите! У тебя есть какие-нибудь фантазии? Иногда я думаю о метровом бутерброде с ветчиной. Я имела в виду те фантазии, что погорячее. О да, я бы расплавил сыр в микроволновке. Сегодняшний день я проведу для себя с пользой. Поучусь наконец, займусь спортом и прочитаю книгу. Так же я весь день. Покайся за то, что 10 минут не кормил меня и принеси в дар рыбку. У каждого котика есть своя уникальная поза для сна. Вот Силя спит в такой же позе, только наоборот, пузом кверху. А Пикси, кстати, как раз в такой позе спит. Победу одержал котик, кто бы сомневался. Главная несправедливость жизни. Когда надо, я для них маленький, а как убирать квартиру, я для них взрослый. Мам, они меня бусинкой обзывают. Когда не давал чистить рыбов. Ну капец, блин, теперь что делать? Звезды сегодня особенно прекрасны. Да. Знаешь, с чьей красотой они никогда не сравнятся? Смущается. С чьей? С моей. Как насчет того, чтобы начать день с пробежки? Извини, но у меня проблема с ножками. Что случилось? Они присоединены ко мне, а я не люблю бегать. Шуршать пакетами в доме значит нельзя, бегать из комнаты в комнату в 5 утра тоже. Вспомнишь еще про меня, будешь звать Васька, Васька, а я не приду. Ты можешь мыть меня сколько угодно, но у тебя не получится отмыть меня от душевной боли, ведь она сидит внутри меня. Милая, скажи, а ты случайно не подушка? Нет, что за глупости, звучит неромантично. Тогда почему у меня возникает желание уткнуться в тебя носиком? Ах ты хитрюга. Ты видела, сколько сейчас времени? Пора просыпаться, нам еще столько дел нужно сделать. Да, давай просто полежим так минуточку. 5 минут спустя, храпение и сопение. Не понимаю, почему они называют меня булочкой? Самое полезное упражнение – кувырок во сне. Бдыч. Невероятная история уменьшения кофточки. Ничего себе, она после стирки села. Кто-то, увидимся сегодня? Я. Предложение, конечно, интересное, но меня дома ждут чипсики. Злой пирожок ест пирожок, шок. Пс, этот парень с тобой заигрывает. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Смотрите другие мои видосы и нажимайте в колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Также переходите по ссылочкам в описании, подписывайтесь на мой телеграм-канал и на паблик Мимозг ВКонтакте. Ну и конечно же читайте нашу с Аленой книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.